Да, это жестоко. Они, короче, я не знаю, они уплыли на лодках, скорее всего, куда-то к этому, к радару, с той стороны, где-то высаживают. Вон они к нам плывут. Азимут. Азимут, где-то 140-180. Там вот островок такой каменный большой есть. Да. Убей его. 23, который? Открыть огонь. Южный, самый южный островок? Да. За ним прям, они на него высаживаться будут, походу. Безумцы. Сейчас дойду до туда, доложу. А, я понял, куда они высаживают, сейчас добегу туда. Курсар, ты зайди, чтобы я тебе не задаю. Все, они проплыли его, они прям так будут высаживаться, походу. Ты не вылазь, у них там лодки с теплаками, как бы, я... Да, вижу, сейчас буду работать по ним. Приближаются к нам. Разбой. Сейчас плюхи полетят сюда, наверняка, АГС какой-нибудь или что-нибудь. Ого! Убивай, каждый! Да, подвязывай, каждый! Меня пуханул, вот ты крыса. С той стороны идут. А лодки заняты кем вообще там, кроме водил? Нет, водители понятно, а экипаж. Не-не-не, по-моему, только водители. Только водители стрелок, да? Ну, видимо, да, что-то там не видно никого. Там они на восток, они с востока острова обходят. Одна лодка на восток уехала. Фигунду. Че? Противник американцев, да? Как-то одевай, все да. Нормально. Давай по делу. Что, они здесь на берегу? Они не причаливали. На восток уезжают. КВМ-чик ДМИО стреляет. Убить его можно. Свои. Нет, ДМИО стреляет. Одна лодка на восток уехала, картошка. А здесь не высаживались? Не нет, знаю, они паттер пощупали. Скорее всего, они просто пощупали, как здесь. Нормально, нет? Ну да, чисто ВВТ на них. Как они разворачивают-то? Да я не вижу, где он. Че ты их не убил с КПВТ? Не, Иванчик, здесь нет никого. В оптике не видел, куда трассеры летят, это шатри сан. Ну я до конца дойду тогда, картошка. Какой ты нуб, Оскарыч. Если что, я буду в зоне тусить. Он не откуда-то пойду, скорее всего, с этого, с маяка, либо с пригородков. Есть кто? У всех, видимо, плохо с математикой. Слишком сложно сдвиг даешь. Ага, сейчас перейду на тот, который старый, и посмотрю тут. Есть кто тут? Там вообще никого нет. Тут еще один человек появился. Ага. Они сейчас, наверное, с маяка и поднимутся, раз по рядам туда и ехал. Я трубу забрал у пиндоса. Хорошо. Блин, мансит так жизнь.
это маленький камешек лёд к 70. А на сторону Иванчика кто-нибудь вообще смотрит? Нет, я там катаюсь. Ну ты там не сгори, потому что и там никого нет. Там и последние коробки туда ставили. Ага. Потом просто, наверное, бросай бардак и в город уходят. Они, короче, сейчас с маяка идут, парни. Ага. Можешь задавить того бега гранату, хочу скидать его. А там, может, он их целых 10 там сидит. Ну не за одним камнем же. Да, да. Обратка пошла, да. Обходят по берегу с 80. С берега, понятно. Труп посмотришь там тогда? Сильно в доме, помогите, кто сможет. Так, труби. Ты ж медик. Че, мы в дом забиваемся? Режим? Да, я по морю плыву, пока вы с моря воспринимаете. Понял. У нас здесь двое туда стало. Ну окей, сейчас тогда, короче, что-нибудь буду думать. Что-то они так хорошо нас смели. Блин, какого нахрен? Кары жив? Кары жив.